Очистка пляжа от барных стоек. Война с нахалстроями продолжается. В прибрежной зоне под контролем депутатов Одесского городского совета рабочие приступили к демонтажу неузаконенных строений. Сколько объектов подлежит сносу и почему их ликвидируют после курортного сезона, расскажет Юлия Долгонюк. Пляжные барные стойки, закусочные и фастфуды без документов. Лишаются прописки в прибрежной зоне Ланжерона. Их демонтируют под бдительным контролем депутатов городского совета. Это полностью самозахват не просто пляжной территории. Самозахват в первую очередь земли идет, а потом уже идет песок. Все пляжи Одессы должны быть абсолютно доступны. Никакие сооружения не должны быть там установлены. Все эти барные стойки, все эти настилы, все это является незаконным. Если мы ставим какие-то дорожки, допустим, ставим деревянные или еще что-то, это понятно, это делается для удобства. Но когда там воздвигают барные стойки и продают алкоголь, это уже идет незаконный вид деятельности. Решение о демонтаже было принято на исполкоме 28 июля. Чтобы не пугать туристов в курортный сезон, с предпринимателями заключили компромисс. Им дадут доработать до начала октября. Дальше под снос. Это строение прямо на песке. Есть даже строение, которое находится в воде. Пирсы люди пристраивали себе. Я думаю, что предприниматель одумается и будет благоустраивать арендованную территорию согласно законодательству. Не будут наплевательски относиться к закону Украины и к праву жителей города и одесситов на отдых. Снести обещают 14 объектов. Все они без разрешительных документов. Юлия Долгонюк, Виталий Прус, Думская ТВ.